Багис, огромное спасибо. Охренеть, на... Даже на канале Fresh Tunes, типа вот на этом, да, то есть, ну, это же авто... или это автосозданный канал под МВПД, я не помню, что это. А, тема МВПД. Типа YouTube автоматически создал тему. И тут на «Жертве соблазна», блин, 13 тысяч просмотров, типа просто на песне, не на клипе, не на чем-то, это просто вот музыка. Это прям радует, удивляет. Ну, короче, едем. Этой ночью я не спал, я все думал об одном. Из-за мыслей этих я живу вчерашним днем. Это вновь со мной случилось. Бэки тут сладкие очень. Но никто не должен знать. Гомосек. По структуре не очень. Разваливается. Камбли твой стекает. Под песню прям самое то. Вот такое. Этой ночью я узнал, что он был в меня влюблен, но порыв его любви был мною отклонен. ВМС Вишневый — отличная тема, да. Что за шаву вышло? Слушай, я заказал шаву плюс грибы. Плюс налоги, плюс доставка, плюс на пиво. Шизовый мосяк пел. Ну да. Ну так это студийка, это все. Спето нормально, и все сделано. Место вообще суперское. Как ему там лайк поставить, что это надо. Короче, отдал за заказ 639. Сейчас скажу, за что это вышло. По идее, немало. Ну да, типа доставка не дешевая. Шаурма 210, грибы на мангале 275, остальное доставка. То есть там 480, а так 639. Получается 160 рублей доставка. Коньяк что надо? Чаек, наверное. Блин, а это не дается уже, что ли? Да здесь нормально. Капец, что шаурма уже 210 нормально. Спасибо большое за донат. Жертва прям вызвала, нахлынули воспоминания.